второй день кровопролитных боев морские пехотинцы сумели вытеснить северокорейские войска из Сеула. Учитывая, что скоро им на помощь прибывает еще одна дивизия, можно надеяться, что мир и стабильность вернутся в регион. Почему одних смерть минует, а других забирает с собой? Я так и не смог найти ответ. И все-таки смерть приходит. Рано или поздно. Когда теряешь больше 6000 людей за 4 часа, очередная смерть становится просто цифрой. Мой лучший друг погиб, а остальное было неважно. В глубине души я жалел, что погиб он, а не я. Погибшие отдали все свои долги. А живые должны платить по счетам. Сегодня мы прощаемся с рядовым Уильямом Робертом Айронсом. С человеком, служить с которым было честью для меня. Суть жизни в том, как сильно она влияет на жизнь других. Если это так, рядовой Айронс останется для нас одним из лучших. Его будет помнить семья, друзья, соратники и народ Америки. Прости, Митчелл. Уилл был одним из лучших. Знаешь, мы своих не бросаем. Если тебе нужно... Простите, рядовой Митчелл. Я Джонатан Айронс, отец Уилла. Мистер Айронс, мы скорбим вместе с вами. Я уверен в этом. Митчелл, вы лучший друг Уилла. Вы оба пожертвовали для страны слишком многим. Это ужасная трагедия, сэр. Не просто ужасная, сержант. Ненужная. Сынок... Я хочу дать тебе второй шанс. Мистер Айронс, Митчелл уволен в запас, его раны... Я знаю о его ранах, сержант. У нас в Атласе есть протезы, которые появятся в армии только лет через 20. Уилл говорил мне, какой ты солдат. Ты заслуживаешь место в армии, которое достойно тебя. Подумай. Уилл не мог умереть зазря. Сержант... Нашли его. Пресс-центр, южное крыло. Понял, пророк. Мы зашли. Митчелл, кидай сенсорную гранату. Господин премьер-министр, мы спасательная команда «Атласа». Можете назвать свой код?
Зулу, Танго. Окей, пожалуйста, пригнитесь и держитесь поближе. Ладно, сынок. Пророк, посылка у нас. Двигаем к выходу. Атлас 01, отходите к северной подъездной дороге. Вас понял. Вижу дронов на заднем дворике. Пусть пройдут. Приближается патруль, пригнитесь. Не стреляй, пусть пройдут. Окей, пошли. Подходим к северной подъездной дороге. Как у нас с эвакуацией? Транспорт идет. Ждите через минуту. Придется нам здесь окопаться, пока за нами не прилетят. Не подпускай их! Раненый! Да что у тебя с рукой, мать твою? Граната! Атлас 01. Транспорт на подходе. Пошли, пошли! Это за нами! Митчелл, заводи премьер-министра внутрь! Митчелл, болван! Ты покойник. Сброс! Отказ техники не оправдание. Лучшее оружие у тебя между ушей. Работай! Это все его рука. Я знал, что рано. Эта рука стоит больше, чем все, что здесь есть. Как там мой мальчик? Набирает обороты. Ладно, работайте. Это отличный солдат. Грустно, когда армия отказывается от таких людей. Прыгай, устрою тебе тур. Джокер, мы везем Митчелла в лабораторию. Подготовь симулятор. Будет сделано, босс. То, что ты видишь, новейшее оружие. У Атласа самая большая армия в мире, но мы не служим никакой стране. Мы не правительство и не скрываем своих возможностей. Мы не политики. Мы сила. Суперсила для найма. Сила — это не только разрушение. Атлас создал целую инфраструктуру Кореи, Сьерра-Леона, Нигерии. За несколько лет мы делаем то, на что у властей уходят годы. Суть в том, что часто мы более эффективны, чем те, кто нас нанял. Мой сын в этом убедился.
Митчелл, знаю, ты здесь не ради денег. В этом ты очень похож на Уилла. Теперь займись рукой. Ладно, сюда. Айронсу ты понравился. Ты нос не задирай. Мы разработали два типа экзо. Штурмовые и специальные. У каждого есть основные и дополнительные функции. В штурмовом есть усиление прыжков и пищалки для работы с толпой. В специалисте, что сейчас на тебе, встроен щит, есть функция овердрайва. Техники тебя ждут. Почини эту штуку и иди ко мне. Здравствуйте, Митчелл. Посмотрим, что там с этой рукой. Пожалуйста, подойдите сюда. Пройдите и поместите руку на стол. Так, сейчас прогоню несколько тестов. Попробуйте пошевелить рукой, пожалуйста. Чуть-чуть подстроим. Подождите. Хорошо, еще раз. Кажется, я вижу, в чем проблема. Еще раз, пожалуйста. Ладно, все в порядке. Но я советую еще немного повозиться, чтобы все откалибровать. Пойдем на стрельбище. У него штурмовой экс. У бедолаг нет мешок. Ладно, представление закончено. Пошли. Снова тут, Илона? Пытаешься что-то доказать? Мне стараться незачем. Первое место все равно за мной. Ладно, собирайся. На твоем экзо установлен овердрайв. Используй его, чтобы получить тактическое превосходство. Батарея овердрайва садится очень быстро. Используй его с умом. Когда будешь готов, займи позицию. Митчелл. Начинаю тренировку. Первый раунд. Используйте овердрайв. Раунд.
овердрайв. Дерьмо. Откуда взялся этот парень? Теперь метание гранат. Нужно потренироваться с разными типами. Босс, мы готовы снова запустить симулятор. Вас понял. Мы с Митчеллом будем через минуту. Хорошо. Возьми гранаты и давай на исходную. Ты можешь переключаться между типами гранат на ходу, в зависимости от цели. Включи пульт. Кидай сенсорную гранату! Выстрели сквозь стену, чтобы поразить те мишени. Переключись на Эми, чтобы уничтожить дроны. Метни смарт-гранату и держи прицел для наведения. Хорошо, повторим, теперь всерьез. Начинаю тренировку по метанию гранат. Используй сенсорную гранату еще раз. Оценка отличная. Отлично. Пошли, пройдем симулятор еще раз. Демонстрация Экзо Марк 3 начнется через 5 минут. Атриум. Девай, Айронс будет наблюдать за тобой. В этот раз веду я. Собирайся. Выбирай свою выкладку. Лифт. Джокер, мы поднимаемся. Переключи симулятор в режим штурма. Вас понял. Мы готовы. Подготовка режима штурм. Запускаю симулятор. 3, 2, 1. Хорошо. Старт. Я веду. Вот и они. Сними их. Вижу его. Пользу овердрайв. Go!
врываемся в пресс-центр. Иду через гостиную. Его отсюда не видно. Мистер Президент, мы здесь, чтобы спасти вас. Ваш идентификационный код? Альфа, Зулу, Танго. Код принят. Держитесь за нами. Вперед! Атлас 01, внимание! К вам направляется большой отряд противника. Вас понял, Пророк. Дроны! Используй Эми! Митчелл, используй штурмовой дрон. Чисто! Продолжай движение! Пошли, пошли! Пророк, мы приближаемся к северной подъездной дороге. Нужна немедленная эвакуация. Вас понял, Атлас 01. Транспорт на подходе. Не останавливайтесь. Президента внутрь. Хоть на этот раз не облажайте. Похоже, теперь у нас есть оператор. Он скоро будет, сэр. Он готов к реальной работе. Отлично, сынок. Я рад, что ты в Атласе.